Интересный городской автомобильщик Nissan Note 2006 года, конец, получается, 2007 года начало, ну, по крайней мере, так написано в объявлении. Стоит он 2 миллиона 600, 1,6 на автомате. Ну, 2 миллиона 600 это начальная цена, можно еще поторговаться. Черный цвет, как я уже говорил, выглядит, конечно, здорово, шикарно, но требует определенного ухода. Но если, конечно, за машиной следить, выглядит это все здорово. Лихосплавные диски, зимняя резина. Кожаный салон, автоматическая коробка передач, ну и хозяина тоже нет, потому как авторынок уже закрывается, все разъезжаются. Это такой интересный автомобильчик. Кузов, наверное, это или кроссовер, или хэтчбэк. Кто что думает, напишите, как это классифицировать. Ну, наверное, больше все-таки к классу кроссоверов. В принципе, у него клиренс довольно-таки нормальный. И по городу ездить очень удобно. Компактно. Небольшие сколы по кузову. Камера мама? Да. Шпаклевка. Ставьте лайки, пишите комментарии.